В Москве проходят клинические испытания спутника Ви, адаптированного под новый штамм коронавируса Кракен. В гражданский оборот новый вариант вакцины может поступить к марту 2024 года. По словам академика РАН, главы центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга, существующий вариант спутника перестал защищать совсем. Исходный спутник Ви защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых 2 лет, то есть с момента регистрации с августа 2020 где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022, когда появились варианты омикрон 1, 2 и 3, эффективность спутника Ви упала в 8 раз, а когда появился омикрон 4 и 5, эффективность упала уже в 20, приводится у Гинзбурга интернет-издание газета.ру. Ученые центра подготовили новый вариант вакцины в лаборатории, проводятся клинические испытания, они завершатся 10 декабря. В гражданский оборот новая вакцина может поступить в марте.